Всем привет, с вами снова Blacks325, и мы будем с вами дальше проходить Assassin's Creed 2. Давайте начнем. Сначала. Бонжорно, Эсел. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене, а ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Кон пьячере. Пойдем, это недалеко. Пойдем. Конечно. Мария Аудитория, мать Эдса Аудитория, настоящая. А есть другие? Мне не сказали, знал, что ты подрался с Фьери. Нет, неправда. Подрался? Я его убил. Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Паци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. А кого он убил? Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ну это да. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Че, ничего нет у меня? У меня только 5 личинок и деньги разбрасываю. 583 у меня денег. Офигенно. Это все очень, конечно, прикольно. У меня один вопрос. Один. Куда мы идем? Ну, один. Мастерская Леонардо во Флоренции. А, вот куда мы пришли. Леонардо во Флоренции, понятно все. Ой, какая графа говно. Но, если честно, графа не главная. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Я всегда убеждаюсь, графа не главная. Это главный сюжет, это геймплей. Molto onorato. L'onore è mio. Музыка там, видео там. Ну, графа не главный. Не всегда управление главное. Он очень там талантлив. Да. Imagine. Самовыражение — это очень важно для понимания жизни. Да я по-итальянски не понимаю, как по-албански. Албании, 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 тут Албании. Вот все мои фанаты, вы Албании, поняли? Албании, Албании, Албании. Если что-нибудь по-албански скажете, я по-албански, если что-нибудь понимаю. Ну что, делать что ли, нефига. Давай сначала не возьму. Эцо, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись? Это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, целей. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Ну так создай машину времени, а! Томми, просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Как это? Благодарю вас. Подождите, давайте посмотрим карту Флоренции. Флоренция. Офигенный город, если честно. Так, вот сюда мы идем. Давайте положим предмет. Спасибо всё, за помощь. Запились. Сейчас она нам еще денег даст. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Честно, денег нам дадут. 100 флоринов дали, офигеть. Так, дальше давайте поможем это Петручу. Имя, конечно, что дебильское, Петручу. Тебе давно пора спать. Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Сейчас их достану. Поднём. What the fuck? Где перо? Эл. Ту-тун-тун-тун. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Эй.
Эй. Я тоже по крышам умею бегать, прикиньте. Там чё? Понимаю. Я уже. Че? О, че, обязательно сундук этот я открою, пошли нахер. Не знаю, сколько времени займет, я его открою. Сейчас вот только вот до последнего пирата берусь. Давай. Беги. Отнесите перья Петручу. Сейчас я там достану. Сундучок там у меня дынушки. Куда ты упал-то? Давай. Так. Сколько там? Ух ты, 101, как много просто. Ну ясен пень, что немного. Это просто такая, это, метафора, как бы. Ну, почти метафора. Ну, метафора, но не метафора, как бы, вот так вот. Все запутано. Запутанное дело. Ой, я сейчас умру. Надо выпить. Так, давайте заходим в дом. Вот, как и обещал. Граци, брат. Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Ты охренел? Ты вообще охренел. Тайна Петручо. Давайте поговорим с Клаудией. Как дела? Бене. Что случилось? Это Дучо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Кто ты сказал? Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет, ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. Как, кулаками? Я, если что, эту миссию проходил, я помню. Enter. Enter, я люблю. Enter. Найдите Дучо. Вау, я еще не ассасин, а у меня уже один зрение. А, давайте. Идите вы, народ. Доброго дня. Давай, прыгай уже, достал. Похоже, это новый способ знакомиться. Ну да, новый способ, что дальше? Я уже видел его. О, Дучо! Вот он. Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее, амор мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О, Бирбанте! Пойдем, погуляем. Чем пызды дадим. У меня на уме кое-что другое. О, Дучо. Рука в твоей, мое сердце. Друг мой. Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. О чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце. А тебе я разобью морду. А тебя я кое-что другое. Все аудитории хвостуны. Но когда доходит до дела... Ха! Ты пожалеешь о том, что открыл рот. Я мог бы многому научить твою сестру. Ей повезло, что у нее был я. Бастардо! На! Баста, не Рэндо! Держись подальше от моей сестры! Понял? Ёбок. Вообще, что Флорин кидал, красавчик.
Меня тут не было. Так, отлично, мы прошли эти три миссии. Я не знаю, сколько прошло времени. Давайте еще одну пройдем. На этом наш обзор закончится. Так, отлично. Заходим. Эдсо, входи, сынок. Давай, иди сюда. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. М? Нет! Вообще-то я должен сказать да. Нет. Залезть. Сошел с ума? Да. То есть нет. То есть да. Как бы да и нет. Ну, вот так. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце Иди, как я поймал. Офигенно. Опа. Отлично, вот оно. Ты сынок Джованни? Да. Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Ну это да. Чего ты игре не мог... О, это клад. Вот это нам надо. О, 200 флоринов. Прям вовремя зашел. А, тут типа он нанимает это ассасинов. Ну, братство. Вообще, братство ассасинов в Италии расцвело при Эцо Аудитории в 1501 году. Это так, для справочки. Ну, так. Заходите все, кому нужна помощь. Ну, че, поебал, да? То есть, простите, не поебал. По морде. Так, чуть-чуть. Может купить что-нибудь потом? Подходите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои... А, сейчас ворам мы дадим письмо. Сюда, я здесь. Я вижу. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой, вернись. Объясни мне. Объясни мне, пошел нахер. Я так всегда отвечаю. Давай. Давай, давай. Опа. О, голубятни. Давай, дай мне это. Я тебе перды дам. Все, офигенно, долгая загрузка грузилась. Ладно, все, с вами был Black325. Мы прошли некоторые миссии здесь, но все, с вами был Black325. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока, до четвертой части.